Я тебе сейчас буду вопросы задавать. Нет. Фамилия, имя, отчество, дата рождения. Так, готов? Да. Фамилия, имя, отчество свое назови, пожалуйста. Степан Кимович. Дата рождения. 1953, 7 ноября. Где родились? Город Тбилиси, Грузия, Республика. Где проживаете сейчас? Ростовская область. Ранее судимы? Да. Сколько раз, по каким статьям? Неоднократно. Что вот эти рисунки у вас на теле обозначают? Это? Да, это. Это память. Это покойная мама моя. Брюки сестра. Поднимите, пожалуйста, до колена. До колена поднимайте брюки, просто по одной штанине. Вторую штанину. Все, опускайте. Подскажите, пожалуйста, за что вы задержаны? Я не знаю, я 51-ю статью взял. Понятно. Вором в законе являетесь? В смысле вором в законе? Ну да или нет? Ну в смысле вором в законе? Есть такое понятие, вор в законе? Ну я старый вор.